прямо скажем, я очень волнуюсь. Огромная аудитория, все хлопают, так сказать. Впечатление такое, что скоро дадут Оскар. But the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Special. Слава богу, никого бить не придется. Как это принято в последнее время. Что макияж на камере не очень хорошо смотрится. А я же цветокоррекцию буду легкую делать. Немножко заплаканный выглядит. Ну ничего, как будто бы ты меня достал уже. В конец. Ну что, мы начнем. Отсюда. А. Так, аккуратнее. Давай подвинем, может быть. А? Угу. Сейчас я засуну. Все, я готов. Ребята, всем привет. Мы начинаем наше шоу. Ребята, всем привет. Всем огромный. Всем огромный привет, друзья. Привет. Я выгляжу так, как будто бы я рыдала всю ночь. На самом деле, это правда. Да, меня достал Леша Малянов. Я больше не могу. Я больше не могу терпеть все эти вещи, которые он заставляет меня делать. Господи, меня же так случайно между делом. Да, так и Пичужкин тоже Александр говорил. Кто такой Александр Пичужкин? Слушай, я не знаю, кто такой. Кто такой? О, поскольку мне... я не могу уже задать да. тебе домашнее задание, но ладно. Это останется на твоей совести. Хорошо, тебе видишь, надо будет потом. Перенесем на следующий сезон, чтобы ты узнал, кто такой. Ой. Александр Пичужкин. Так, значит... Сегодня пятый выпуск, кстати, между делом, ребятки. Я надеюсь, вы подписались на наш канал и пишите... Без остановки, культяпками, ручками. Культяпками, это, то есть он имеет в виду, что у вас культи, вы инвалиды, получается, нет, да? Нет, вот это нет, культяпки, нет, да? Нет. Вот так он вас любит, понятненько. Ребята, а вы заметили то, что сегодня день, и я хотел сказать, что мы не вампиры на самом деле. Да, мы... Да. Мы, видите, ну, господи, Леша вампир, энергетический. Он заставляет меня страдать. Но на самом деле дело просто в том, что случилась ядерная война. Конечно, сейчас год 2000 миллионный. Плюс 100-500. Да, хорошо, математика все у тебя. Случилась ядерная война, и наступил полярный день. Видите, постоянный. Тепло, теперь можно. Мы не можем снимать ночью, да. Мы снимаем теперь днем. Вот такие дела. Вот. Но почему-то всегда все равно мы включили вот этот цвет, который очень странно все это работает. Ну ладно. Приступим к проверке домашнего задания. Да, ребята, домашнее задание. Я всю ночь делал домашнее задание, доводил Лизу, чтобы она сегодня была заплаканная. Поэтому давайте, я готов. Я плакала просто. Поймала. Лиза молодец. У нас упала камера, но Лиза, видите, как легко поймала. Да, давай, погнали. Так, ребятки, у нас были небольшие технические неполадки, что-то упало, куда-то что-то провалилось, да. И мы продолжаем. А ты можешь с другой стороны, мне кажется, будет нормально. О, так вот. Отличный ракурс. Замечательно. Итак, проверка домашнего задания. Давай, я готов, все, ребята. Ты готовился, точно? Да, я готов, я максимально готов. Если ты не ответишь мне хоть на один вопрос, то ты выйдешь из класса. Блин, я выйду прям туда. Что такое Mashpit Circle? Это, короче, английское слово от слова circle, круг. Это, короче, когда проходит какой-то рок-концерт, панки или просто крутые ребята начинают по кругу танцевать. Я ответил? Замечательно. Есть. Ставим плюс. Что такое хаги-ваги? Хаги-ваги – это, в общем, такая мягкая игрушка. Она синего цвета и появилась вроде как совсем недавно. Хаги-ваги. Да? Да. Я ответил. Как он выглядит? Это, в общем, полу какой-то кот, получеловек. У него две ноги, две руки и большая огромная улыбка. Замечательно. Блин, круто, плюсик. Да, отлично. Кисси-мисси, что такое? Это, короче, та же самая хрень, та же самая штука, но только розового цвета. Как бы самка хаги-ваги. Да. Кисси-мисси. В смысле, кисси-мисси. Ну или что-то такое. Да. Что такое мем? Мем, в общем... Кстати, между делом, мем появился в 1976 ого, году. Оба-на! Да, какой был первый мем? Да, первый мем. Вообще, мем — это такое понятие, как мем может состоять из какой-то либо буквы, слова, какого-то графического элемента или просто музыкального какого-то оформления. Угу. В общем, такие дела. Да. А вообще, в принципе, наше шоу называется «Путешествие Алексея Малянова в молодость». Да. Алексей Малянов окунулся в мир зумеров. Отлично. Погнали. Да. Итак, кстати, что такое зумер, это на следующий ты. Хорошо, давай, ты мне прямо в конце задашь домашнее задание. Ну там посмотрим. Давай. Значит, какой
с каким предлогом да. используется слово «орать» по отношению к слову «мем»? Слушай, я долго очень гуглил, читал огромные талмуды, книги, и я пришел к выводу, что это слово «смех». Предлог. Предлог. Предлог это смех. Смех да. это предлог. Да. Что смех делать? Это предлог, получается, да. ребята. Да? Я не буду тебе отвечать на этот вопрос, ты дальше будешь... Ладно. Во-первых, дополнительно ты будешь да. узнавать, что такое предлог. Хорошо. Вот. Ладно. Отлично, что у тебя было по русскому языку в школе? Давай пропустим этот вопрос и... Ты как учился дальше. В школе-то, кстати? Давай этот тоже вопрос пропустим. Следующий. Хорошо, хорошо. Да, давай. Так, что да. такое гигачат? Чего? Гигачат. Блин, слушай. Вспомнил. Это, короче, русский мужик. Не-не-не, там вообще дело было не так. Короче, кто-то сфоткал мужика. Да. Это оказался русский мужик. И он стал мемом в интернете. Вот. И это, в общем... А пошел такой мем, то что это, короче, огромный брутальный мужик, но с минимальным уровнем интеллекта. Окей, да. Okay, хорошо. Норм? Плюсик? Ну, плюсик, да. Ладно, ладно, отлично. Итак, все, круто. Что означает слово 666? Да, в общем, тоже. Это, короче, такая бомбическая тема. На самом деле, я тоже сегодня ютубил, гуглил, яндексил. И пришел к выводу, что на самом деле правильного ответа на этот вопрос не существует, потому что в разных религиозных концепциях даются разные совершенно ответы. Угу. Но это не главное. Главное, чтобы мы понимали, осознавали это существование только тогда, когда будем находиться там где-то высоко и будем сверху наблюдать на планету Земля. Алексей... Мне кажется, это главное. Ну, это число да? зверя, да? Да. Ладно, значит, Алексей Малянов да. покрывается интеллектом на глазах. Лизы. Да. Тебе сегодня 4 с минусом. Блин, ну хорошо. Ты не ответил на 2 вопроса. На какие? Значит, ты не ответил, по-моему, мне, что такое да. предлог, но это очень важно. Да, это очень важно. Это было безумно Блин, важно. Это жизненно важно. Это очень жизненно важно. Без да. этого ты никогда не попадешь в страну... Алисы, в страну Зумеряне. Ладно, окей, хорошо. Да. Ладно, замечательно. Да. Ну что, друзья? Да. Сегодня, значит, мы, да. поскольку мы сочиняем песню, все еще продолжаем сочинять песню. Мы продолжим? Мы уже обращались к разным, абсолютно. Мы обращались да. и к гадалкам, значит. И у нас покрывался, короче, катарсиса я достигала, подключаясь к Григору Дани Милохина. И, значит, мы сочиняем песню. В принципе, у нас уже все готово для песни практически. Нам не хватает только аккордов и... Минусовку я вообще не знаю, откуда мы возьмем. Скорее всего, я не знаю, что мы будем делать, но это потом. А я думаю, что сегодня да. нам надо все соединить воедино. Я предлагаю сначала начать писать. Мы возьмем лист бумаги. Мы уже написали все, что можно. Может, еще что-нибудь напишем. Все уже написали. Невозможное. Там уже все написали, все, а что если можно. Мы напишем невозможное, возможно. Это излишне, Алексей. Понял. Поэтому Ладно. Сегодня Давай. Мы будем соединять все, что мы сочинили. Давай, воедино. Давай. Ты когда-нибудь... у тебя есть да. пазлы? Пазл? Делал нет, пазлы никогда? Ну, было такое дело. Не играл в пазлы? Не, вот ну, так было, же вот, ну, было. Ну, ладно, давай. Итак, значит, так. у нас, насколько я помню, был ми-минор. Алексей, что такое ми-минор? Время пошло. Мне нужен звонок. Звонок туда. Вверх. Ладно, ты еще на стадии до мажора, я поняла. Понял. Значит, смотрите, как у нас было? Как начинается наша песня? Песня у нас начинается... По-моему, у нас был... Тихо-тихо, по-моему, у нас была такая мелодия. Я, конечно, забыла уже все это время. Вот это поворот. Дальше я, к сожалению, не могу сейчас... Ладно, что нужно тебе? У меня есть стакан воды, чтобы ты могла вылить на лицо, вот так вот, чтобы... Я думаю, что нам надо текст сочинить. Давай возьмем лист бумаги. Точнее, не сочинить, а вспомнить. Да, у меня все записано. Зачем тебе уже этот лист бумаги? Ты задолбался в бумаге. Блин. Давай, надо Ладно, Поехали. Давай, бумага стоит. Что там денег. Было? Кажется, там было... Твои слова... Нет, твой нежный это... взгляд. Да, твой нежный взгляд. Этот человек собрался учить за месяц песню. За 2 недели, да? Хорошо. Твой нежный взгляд окутал вновь, дышу тобой. И он верит Тихощится во снах, как аромат прибоя. Вновь и вновь мечтаю о тебе, об этом дне с тобой наедине. Больше музыки нет.
так было. Это, по-моему, так. И что же это будет у нас? Как ты думаешь, что это будет? Припев, может быть? Куплет, мост. Это будет куплет. Блич. Это будет куплет. Отличный вариант. Какой куплет? Второй, третий. Я думаю, это будет первый куплет. Первый куплет. Да. А потом будет мост. Я и... на прошлом уроке ответил, что я думаю, что бридж лучше говорить. Да, не бридж. Говори мост, хорошо. Колхоз какой-то. Значит, смотри, нормально. Ну, лучше, мне кажется, по стандартам поп-музыки, на которую Алексей Малянов молится. Мне так не нравится, как я просто все это выгляжу. Да нет, почему? Ты нормально выглядишь? Почему? Я выгляжу ужасно. Да почему? Хочешь мою куртку надеть? Нет, я не хочу. А что ты? Все время Алексей все время настаивает, чтобы я надела какую-то его одежду. Я не знаю, чем этому нужно. Значит, но, тем не менее, смотрите, я думаю, что по стандартам поп-музыки, на которую молится Алексей Малянов, нам стоит все-таки сделать куплет-припев, потом снова куплет, а потом бридж, а потом снова припев. Хорошо, давай, как скажешь. Вот так вот, потому что иначе могут произойти некоторые перетурбации во вселенском устройстве, и, может случиться коллапс. Может быть, я не знаю. Ответьте, пишите в комментах. Да, и нас накажет Пресвятой Дух, да, Нет, он тебя просто... Ну, отлично. Неплохая новость. Особенность плюс. А ну ты станешь мучеником, это хорошо. Блин, спасибо, Лиза. Ну ты своего рода и так уже мучеником. Ну хорошо, ладно. Ладно. Давай еще раз, давай ты мне все споешь. Давай. Поехали. Начинаем с мелодии. С маленькой в начале. Вступление. Погнали. Больше музыки нет, точно. И больше музыки нет. Больше слов нет. И мы с тобой словно. Вот, отлично, Алексей. Ого, вот это успел да. Сейчас вот целый это... припев. Вот это молодец он. Ну все, на запись пойдем. Я думаю, что этого достаточно. Когда? Все, сейчас прямо будем записывать. Прямо сейчас? Ну что, я думаю, что нам надо релоцироваться немножечко, да? Да, давай. Я думаю, что ты хочешь сказать? Ты должна пожелать нам всем хорошего дня. Наконец-то я нормально выгляжу на это. Ты отлично выглядишь вообще, да. Да, я желаю всем хорошего дня, друзья. Напишите, пожалуйста, может быть, вы что-нибудь едите, когда вы нас смотрите. Может быть, вы что-нибудь пьете. Я не знаю, я никогда не готовилась быть YouTube-блогером. Вот. Значит, что у нас там дальше-то по списку-то? Лиза, у меня есть для тебя один небольшой сюрприз. Вот, я знаю, ты изучаешь английский язык, поэтому я сегодня... Да, я изучаю английский язык. Японский, и китайский, и французский. Пакистанский. Кстати, мой дедушка знал 16 языков. Да ладно? Да. А ты сколько? Я вообще, только русский, на самом деле. Ну, тоже неплохо. Короче, Лиза, я сегодня взял книгу. Вот, книгу на английском языке. Обязательно вот эта волна такая немножко еще влажненькая. Так приятно. Хорошо. Французские ароматы. Ну что, давай поучим английский язык. Отлично. Ты будешь учить. Может, в угол куда-нибудь сядем? Ты знаешь, Алексей? Хочешь на корточке? Хочешь? Леша, ты знаешь английский язык? Я знаю. Французский. Французский знаешь, да? Да. Серьезно? Я знаю на французском, что я знаю. Вулеве куше авак муа сесуа. Вот это поворот. Да, но это было не предложение. Ладно, мы сядем вот так вот. У нас мы как некие пацанчики будем сидеть. Чуть-чуть, можно чуть повыше, чтобы голова влезала. Ну ладно, я вам придумала. Безголовные. Ну что? Ну так, отлично. Ну так и будем сидеть, да? Нормально мы сидим? Давайте, во-первых, откроем рандомную страницу и начнем читать. Да. Опа! Список неправильных глаголов. Вот этот список, прям как-то не пишут правила, когда в сценарии. Да? Список не... Это я пишу. Список не... Да, развоенились. Хорошо, ладно. Ты как Билли Миллиган. Ты как Билли Милли. Билли Миллиган. Это человек, у которого было 24 личности. Это фильм такой есть? Нет, это настоящая история. Да? У него было расщепление личности, у него было 24 личности. Я думаю, есть к чему идти. Да уж. Да.
Да. Этот список не Чё, красного сфотографии не включены. Глаголы, находящиеся на грани между правильностью и неправильностью, прям как. Да, хорошо. И ладно, которых отлично. Невозможно образование второй и третьей форм как правильных глаголов, то есть плюс и ди, я не знаю, что это значит. Итак, начинаем читать. Да. Да. Как читается за словом? Это. Abide, да. Abide. А какой у тебя акцент? У меня. Как, больше как Макдональдс. Ты как? Полурусский, полуанглийский. Больше британский у тебя или больше? У меня больше. American. Лизор. This is my teacher. Да, можешь там что-нибудь подложить, там типа. Типа, я не знаю, что эти типа? Эти джазы можно. Да, отлично. Итак, значит, жить. Я жить. Не знала этого. Отлично. Life. Рождать. Behold. Давай ужасно. Ты меня будешь спрашивать, а я отвечаю, а потом поменяемся мы. Давай, замечательно, я очень тебе ничего не отвечу. Давай. Косить. Косить от армии? Слушай, я не знал какого слова. Ну, я тоже не знаю, в каком контексте это употреблено. Ну, не знаю, знаешь, что-нибудь попроще, какое-нибудь слово, типа... Рвать. Я не знаю, что такое рвать. Ребята, не кидайте, пожалуйста, нас ничем. Я думаю, что Алексей... Рвать, в смысле, рвать вот так? Алексей, ладно. Искать. Find, поиск. Нет, тут другое слово написано. To seek? Я не знал такого, ладно. Да. Окей, погнали дальше. Я его правильно прочитала, я у меня ужасно английский, сорян. Ну, я не знаю, я не знаю, собираюсь никуда уезжать в Россию, честно. Да. Ну, после того, как ты прочитала такое стихотворение, я думаю... Да, я думаю, что не стоит остаться. Да, лучше остаться. Учитывая то, что у тебя на счете 1 000 000 евро... Как в фильме, знаете, как в фильме «Брат 2», где господи, как этот волосый актер зовут? Сухоруков. Как Сухоруков выходит из этого здания, и орёт, я остаюсь! Свободу Анжели Дэвис. Примерно так же я. Прясть. Прясть? Не знаю, следующий давай. Ударять. Бить, наверное? Нет, не бить. Это глагол какой-то, да? Нет, другое слово. Короче, не знаю, блин, это очень сложно. Для меня, честно говоря, тоже. Давай. Как будет зачем? Зачем? Why? Почему? А зачем? I don't know. What for? Блин, ладно, давай, погнали как дальше. Как будет да. Чей? Чей? Чей. В смысле, чей? Чей, да? I don't know. Who's? Ладно, who's так who's. Давай дальше. Так точно, я не знаю. Да. Ладно, все, давай ты меня спрашивай. Да, давай. Потому что я уже не... Да, что-то давай, ладно, давай. Сейчас я найду. Не, я найду, подожди. Сейчас я рандомно возьму просто вот так вот. И... Да, вот. Что такое слово платье? Вот, платье. В смысле, да? Ну, это для лохов, я просто даже дресс. Конечно. Ладно, давай лекции. Лекции? Да. Lessons, я не знаю, lesson урок, а лекция, я не знаю, как будет. Lecture. Lecture, ну это возможно. Да, окей, неделя. Week. Блин, Лиза, я... Это непростые вопросы задаешь. Ладно, я к тебе запишусь на английский язык. Ну ладно, давай, сейчас максимально сложно. Гостья. Гест. Зачем ты мне знаешь просто? Блин, ладно, давай рандомно еще раз. Вот так. Это для лохов. Это я вот. Все, ну а мы кто? Ладно. Мы с тобой, да, начали. Кстати, смотрите, у меня носки с Венерой. Ого. С рыжей, с такой же, как и я. А у меня куртка рыжая сегодня. Ты все равно не Венера. Ладно. Это типа я. Обалденные носки. А у меня носки с Джокондой, потому что она Джоконда. А у меня обычные носки в Ашане купленные за 25 рублей. Я тоже, кстати, какой-то покупал носки за 16 рублей. Да? Да, детские, типа. Блин. Но они очень быстро снашиваются. Согласен. У меня уже вообще сносились, вот. Да, давай, что там. Ладно, давай, что там? Заяц. Заяц, рэббит, это... Не, кролик. Рэббит, кролик. Рэббит, кролик, заяц, не знаю. Заяц, подожди, сейчас. Давай. Заяц. Прошло 10 миллионов лет. Я не знаю. 20 миллионов лет. Как больше? Хэ. Хэ, как пишется? Хэ, вот. Хэ, не знаю. Да, ну вот, давай следующее. Потому что ты уже подглянул, я давай, не успел. Так, не давай. Жемчуг. Самое сложное слово галактики. Жемчуг. Да. Блин, я не знаю, как будет жемчуг. Пёрл. 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 Пёрл, да? Пёрл, вот. Перл. А, кстати, я это знала. Ну, отлично. Ну, давай всё знаем. Конечно, нет, всё. Нет, я вот это слово... Ничего ты не знала. Ты не знала. Давай, лук. Лук какой? Лук. Съедобный? Я так понимаю, тут получается лук либо такой, с тесьмой, лук либо шмотки, лук либо тот, который мы едим. Ну, с шмотки лук, это будет лук, да? Ну, ладно, это была подсказка. А лук... Да, давай. Сейчас, я не знаю.
Давай, говори мне, как это будет. Лук. Лук. Лук так и будет, лук. Это лук. Был спорный вопрос. А лук такой, а лук? А лук какой? А все, это уже дуальность пошла. Так что... Ладно, давай дальше. Что-то мне намного, кстати, интереснее, чем все остальные твои приколы. Давай, башня. Не подглядывай. Башня? Да, башня. Ну, типа башня. Не в смысле башня. Значит, башня будет еще твердыня, можно назвать. Да, давай. Это башня. Очень, да, это очень часто. Сейчас, используем. Тихо, молчи, все, заткнись. Сейчас. Там было... Короче, что-то есть билдинг, нет? Давай, говори, как это будет. Tower, блин. Ну, Tower. Ладно, я знала это слово. Властелин колец. Я не могла вспомнить его. Я давно вообще ничего. Ладно, давай бегать. Бегать? Да, бегать. Форест, помнишь фильм? Форест Гамп? Ран, все, подсказка. Все, нормально. Да я хотя бы воды немного глотну, я уже просто устал. Давайте. Кстати, сейчас, это там... намного интереснее было сейчас. Это самое интересное, что было. Да. Бедро как будет, Лёш. Какое? Вот такое? Да. А... У Шакиры была песня. «Бёдра не лгут» называлась она. Не помню. Ну я наверняка её слышал. Hips. Hips? Hip. Хорошо, ладно. Hips don't lie. Да. Слушай, давай займемся музыкой, да. Отлично. Или нам уже надоело? Пора музыкой заняться уже наконец-то. Ну что, Лёша? Или мы не будем музыкой заниматься? Давай, я буду тебе нахлопывать. Да, давай. Вот так вот. Только не надо перебивать меня вообще голос. Понял. Могу тебе воды дать? Да не надо, мне просто надо перекрикивать тебя. Понял. Тяжело. Ну ты говори, заткнись там, типа, что-нибудь такое. Лёша, давай ты будешь деньги женщинам платить, а я тебя буду держать. А ты женщинам не платишь деньги. Просто конкретно за это. Да, понятно. Ну, ладно. Ладно, поехали, да. Смотри. Давай. Ты будешь петь сейчас припев нашей песни, а давай. Я тебе буду на стуке. Мы будем вместе, вот как раз чувствую ритм. Давай, давай. Давай в доме. 3-4. Лови мой ритм. Давай. А мне как хлопать под себя? Просто хлопай этот ритм сам. Ну-ка еще раз, сделай. Не ускоряйся. Ага, я запомнил. Просто продолжаю долю. Два крыла, ла 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 ла. Два крыла. На судьба с тобою так нечаянно свела. Ла-ла-ла-ла. И пускай горят дотла ненужные мысли, пустые слова. Ну, в принципе, нормально. На судьба с тобой свела. И мы как... Куда торопишься? На судьба раз с тобой свела. И мы как... Молодец, Лёша, молодец. Ой, можно полегче, пожалуйста? Молодец, Лёша, молодец, нормально. Я думала, хуже будет. Блин, а теперь давай на это вокал больно же? Ладно. Ну ничего страшного. Ладно. Давай, я обращусь к врачу. Мы с тобой, в армии. Ладно, как солдат Джейн, видела такой фильм? Да, я солдат Джейн. Блин, это мой любимый фильм, кстати. Да, ты все время говоришь, что твой любимый фильм то «Груз 200», то еще что-то. Нет, это просто классика. Фильма. У меня все любимые фильмы с Томом Крузо, Алексея Балабанова, «Кочегар», «Груз 200». Отличная подборка. Отличная подборочка. Да, ну там еще остальные. В каком фильме Алексея Балабанова снимался Том Круз? Том Круз у Алексея Балабанова не снимался. Какая жалость. Да. Но я думаю, все еще... Я думаю, что это большое упущение в его карьере. Он мог бы не заниматься вот этой всей саентологией, которую он занимался. Так, все, мы это запикаем. А что запикиваем? Ты все-таки думаешь, что Том Круз посмотрит нас? Да, обязательно, потом нас забанит. Фильм. Ну хорошо. Шоу. Ну, это, в принципе, все фильм. Наша жизнь игра, это как театр. Ладно, значит, давай, теперь ты споешь это все. Давай, споем. Два крыла... Насколько я помню, у нас примерно здесь было. Давай. Два крыла. Повторяй. Два крыла. Поехали с хлопками. Два крыла. Ла 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 ла. Два крыла. Почти. Два крыла. Повтори. Два крыла. Нет, два крыла. На судьба с тобою так нечаянно свела. И пускай горят дотла ненужные мысли, пустые слова. На судьба с тобой свела, и мы
два крыла. Это тебе надо делать все время. Я буду вот так вот ходить и хлопать, да, по улицам. Все, я думаю, что нам надо... О, кажется, нам надо чем-то да, другим заняться. Такое? Что это такое? Что это такое, Алиса? О, боже мой! Господи, какой мужик! Как интересно. Кто это, кстати, мужик? А, я знаю, что это чувак. Он играл в фильме... Да, в каком? Если это русский же чувак. Не знаю, он подписан. Влад Яглыч. Он играл в фильме «Мы из будущего». «Мы из будущего». Офигеть. И он там, он играл скинхеда, и он там в конце сдирал свастику камнем. Потому что они, это было про молодых людей, которые попали в, ну, в мир Великой Отечественной войны. Ну. Вот, и там так, такая, значит, обалдеть, проблематика, что вот он все осознал, и у него была свастика набита на руке, да, и он ее сдирал камнем в конце. До крови. А ты глянь, какого года, кстати, это журнальчик? Это типа Men's Health, мужское здоровье. Это 2015 год. Что ты делал в 2015 году? Не знаю. У Матвеси я заберу. Отлично. Дайте Лизе. Ой, замечательно, я люблю пробники. Жалко, что они только мужские. Тут... О, давай понюхаем пробник. Давай. Как ты его хочешь понюхать? Можно мне тоже занюхать? А, вот он. Отлично. Давай. Да. А он открытый. Слушай, уже офигенно. Вкусненько ужасно пахнет. Ужасно, ненавижу мужские отдушки. Блин. Я терпеть не могу. Ну хоть возьми шампунь хоть. Ну шампунь, ладно, уж голову помыл хоть чем-нибудь. Я хоть хозяйство. Ой, какой тут Джонни. Какой Джонни Депп тут, рок-стар, смотрите. Да. Ну это не мой типаж, конечно, блин, но он ну тут ладно. Секси. Отлично. Что там еще есть? Еще много пробников. Блин, пробники? Ну хочешь возьми себе пробник? Спасибо. Шампунь-то возьму. Спасибо, хозяина, спасибо. Так, о, это типа... Да, это, такой не показывает. Я хотела сказать расчлененка, но блин, это обнажёнка. Мне потом придётся на монтаже это всё. Почему она как в купальнике, смотрите. Да? Ну ладно, хорошо. Какая красивая женщина. Да, ничего себе, Лиза, ты даёшь. Да. О, какие-то мужики в грязи, да? Смотрите. Да, кстати, игры есть. О, такие. Смотрите, волосатые штаны. Как у тебя? Нет, у меня не волосатые. Покажи. Ты хотел бы себе такие волосатые штаны от Армани? Блин, я думаю, они стоят 1 000 000 евро. Ну, конечно, я бы хотел такие. Ну, миллион они не стоят? Оплатил бы расходы нашего шоу. Ну, ты у тебя да. Нормально будет. Да? Ты заработаешь столько. Отлично, спасибо. Отлично. А, кстати, у нас гонорар будет 50/50 между делом. Замечательно. У нас подговор, кстати. Замечательно. Ну, я себе тоже туда что-нибудь куплю. Отлично. В Азбуке вкуса куплю себе красный. Борщец там. Блин, ты любишь, кстати, красную икру? Я очень люблю красную икру. Я вообще люблю всю рыбу, все рыбное, все жирное и так далее. Что-то по тебе не скажешь, что ты любишь жирное. Ну, я как просто. Между делом, да? Да, конечно. Так, ну что-нибудь интересное тут найдем. Да вообще что-то ничего нету. Блин, я хотел воды попить, я не дошел. Я, кстати, не смотрел мужские журналы. О, пиво, реклама пива еще и была. По-моему, сейчас уже нету нигде. Реклама пива, типа, в журнале. Мне кажется, что сейчас Men's Health, кстати, ушел из России, скорее всего. С чего ты взяла? Ну, по-моему, все журналы уже ушли. Если это международный журнал. Не все, Космополь. О, смотри, это сиська. Смотри, сиська, ручная сиська. Где? Ты хочешь такой? Нет, я такого не хочу, но у тебя свои есть, я понял. Ну, ладно. Мы это запикаем, все, я понял. Мы это вырежем. Ладно. Окей. Так. Что там еще есть? Ну, какая-то love story. Опа, да. Жопа. Отлично. А это мы должны оставить. А жопа должна оставить. Сиську нет, а жопа да. Жопа – это литературное слово, между прочим, великого русского языка. Ты любишь русский язык, Лёша? Конечно, у меня 10 было по русскому языку. Ты боготворишь русский язык наш. Наше великое русское слово. Я хотел сказать, как в первом нашем шоу «Я создатель», но промолчу. Вот опять живот какой-то. Ну, это что-то про секс тут. Да. Какая-то про это, значит, какой-то туториал по сексу, судя по всему. Да, неплохое. Для людей, которые не могут сами, а тут как бы в журнале написали, да. Как, в общем, что надо делать. Что-то там... Все, ладно, мне... Все, надоело, короче. Уже надоело, я хочу вот это посмотреть. Ну, давай, на. Кстати... А это про машины, это мне еще больше. А ты знаешь, что это на самом деле с подвохом? А что с подвохом? Здесь обложка не та. Мы почему? Ее заменяли. Да? Да, мы это для съемок использовали. Это не настоящая обложка. Да? Почему? А, ну, потому что на съемках нельзя использовать рекламу, как мы сейчас показываем, потому что это заблюрить надо будет. О, господи, какой ты чинила! Никто у нас не покупает рекламу, Лёша! Ладно. Это все нудило какое-то невероятное. Ой, ну у нас есть зато донаты. Да, у нас есть донаты. Я думаю, кто-то задонатит нам когда-нибудь. Да, мы сами себе задонатили, такие типа, о, нас кинули донат. О, класс, смотрите, какие классные очки. Хочешь такие? Да, я себе такие хочу.
Но мне кажется, у меня они не пойдут, потому что у меня лицо большое, типа маленькое. Почему у тебя маленькое? Ну, у меня крупное лицо. А у меня не крупное? Я буду ну, такая, как этот, как из ну, Матрицы такой, вот этот вот огромный, с черным, вот этот, как вы звали, который... Морфеус. Черный, да. Морфеус. Вот такой. Кстати, есть такая форма. Ну чё, всё, мы позанимались ерундой снова. Да, шампунь возьмешь себе. Шампунь возьмёшь себе, правда, он будет вонять, будет мужскими. Сила угля. Ему, тем более, ему 7 лет уже. Ты глянь хотя бы. Сила угля. Да. Сила активирована. А, кстати, у меня есть активированный уголь. Я его давно уже не пробовал. Его можно так покушать? Да не надо, наверное, когда у тебя живот болит, надо его. У меня не болит живот, я шаурму ем, купленную на вокзале за 50 рублей. Уже привык. Лёша сейчас импровизировал, на самом деле это показывает, насколько давно он не покупал шаурму, потому что шаурма стоит рублей под 300. Блин, я пошёл. Вот, 50 рублей шаурма, я не знаю, даже мне кажется, нигде столько уже не стоит. Ладно. Ну, я думаю... Ну что? Что? Ты играла в футбол хоть когда-нибудь? Да, никогда не играла в футбол, но давай... Ты футбол? А футбол да. Это когда играют в мяч. Да, ну-ка дай-ка вам тут планшетик. Аккуратно, главное нам не уронить. Да, потому что нам потом просто... Школа Вокала Планета. Да, Школа Вокала Планета, где является спонсором этого выпуска. Да, да, записывайтесь в Школу Вокала Планета. Ссылка будет в описании. Заниматься вокалом со мной или с кем-то более или адекватным. Со мной. Да. Тоже неплохо. Да. Итак, ну что, ты хотел сказать, давай, чтобы не переводить бумагу? Да, давай. Это же дефицитный. Да, бумага, кстати. Ты видел импортозамещающую бумагу? Нет, это что, папирус какой-то? Ну это наша вот эта русская бумага, нет. У них же нет, почему был дефицит бумаги, блин, потому что тут... у них не было отбеливателя финского, насколько я поняла. Нифига себе, какие тонкости у тебя. Да, и короче, да. Русская бумага теперь будет такая, она будет такая желтоватая. Типа как? Да, как будто для печатной машинки такая, но в этом есть кто-то, короче, такой флёр немножечко. Отлично, то есть вместо белой бумаги, ребята, мы будем на желтой бумаге. На желтой бумаге. Ну не спрашивайте, откуда желтые пятна на снегу зимой. И на желтой бумаге тоже. Собачки пищит. Да. Ну что? У тебя есть собака? Откуда? У тебя была собака? На откуда? У меня столько денег нет на собаку. У тебя даже в детстве не было собаки? Не было. О, боже мой. Можно я помну эти белые листки? Мы покажем то, что мы богатые люди, и мы можем позволить себе. Ты не против? Отлично, давай. Можно я тоже возьму? Все, мы все смяли. Ты будем играть в футбол. Да, или волейбол, что ты хочешь больше? Ну давай футбол. Ну давай. Давай мы здесь ничего не снесем. Ну давай, мы как настоящие футболисты возьмем эту мега роскошную камеру и... А давай мы поставим ее, покажем просто, как мы будем ногами... А куда мы ее поставим? На стульчик. Давай на стульчик. И мы будем типа делать вид, что мы играем в футбол, да? Ну хорошо, давай. Это Лиза, если не знакомьтесь. Лиза, это ребята, это Лиза. Отлично, познакомились. Отлично. Чё, ну вот ещё, наш давай. Мяч. Да, ты будешь мне пинать, а я буду как-то, наверное, вот так вот его, да? Ну, вот так вот, да. Отлично. Вот так вот мы играем в футбол. Давай еще подальше я поставлю. Сейчас ты прям максимально подальше. Вот так вот где-то. Ну-ка. Вот, отличный видочек. Вот тут наша лампа световая какая-то, да. Отлично. Я пытаюсь сделать всякие трюки, видишь? Опа! Сейчас, подожди, я сделаю это. Стой. У нас два мяча появилось. У нас два мяча, два крыла. Два лучше, да, два крыла. Два мяча лучше, чем один. Да, это точно. Отлично. Так. Давай, ногами прям пинай. А я тебе пинам. Отлично, пас. Ну что, Лиза стоит на воротах. Сколько у тебя было по физкультуре в школе? Видимо, столько же, сколько и по русскому языку. 10. С плюсом, между прочим. У нас опять снова два мяча стало. Ну, два лучше, чем один. Правильно? Угу. У нас будет теперь два мяча. Вот. Ноги-то две. У меня травма производства. Да, сейчас врачи прибегут. Все, отлично. Давай я тебя попробую забить в девяточку. Ты готова? Точно? Давай, это, а девяточка это где? Девяточка это там, где она и была. Где-то окей, там наверху. Ладненько. Готовы? Точно? Точно? Ладно, это шутка была. Давай еще раз. Готовы? Да, давай. Я должна руками поймать или что-то. Все, гол. Мне надоело играть в футбол. Все, отлично, проиграли. У меня сегодня не спортивное настроение. Ладно. Испытываю некоторую слабость. Слабость к чему? Вот, видите, у нас на улице день. Да, у нас день на улице, смотрите, да. А там предвоенный госпиталь находится. Да, сейчас за нами приедут. Ну, я думаю, они приедут только после того, как выйдет этот выпуск. Да, поэтому нормально. Да, можно.
Че, ну давай еще посочиняем песню. Да, давай мы сейчас соединим воедино все, что у нас есть. А что у нас есть? Давай локацию есть... сменим. Давай ты сядешь сюда, а я туда, чтобы давай. Разнообразие было какое-то. Вот, здесь смена локации. Было красивее. Да. Так, ну что, у нас есть два куплета уже. Припев и бридж. И теперь давай-ка мы... вот ты мне только что пел. Давай ты споешь целиком. Давай, спою. Я тебе буду помогать. Давай. Ты споешь целиком куплет первый и у припев. У нас педалька есть. Такая педалька. Угу. Давай, погнали. Поехали. Еще есть второй куплет. Помнишь ли ты второй куплет, Леша? Ну, надо подключиться туда. Нет, все, мы уже везде подключились. Видишь, я выгляжу истощенно сегодня и уставшая от этих всех кармических пертурбаций. Чего? Ну, все вот эти вот подключения к Пресвятому Духу. Хотя мы сегодня в конце обязательно помолимся Дане Милохину снова. Для того, чтобы он не украл у нас, скажем так, музыку, возможность снять песни. Блин. Ну, да, хорошо. Мы, кстати, с тобой культ Дани Милохина. Да? Мы фанаты его? Мы, более того, это мы, скажем так, а ты какие песни знаешь? Дело не в песне. А в чем? Дело в его таланте и в величине его личности. Песни — это вторично. У тебя есть его майка? У меня есть его майка, его автограф? Штаны. Господи, я не спрошу, откуда его... штаны. Все. Блин, у меня даже этого нету. Я аж взмок. А ты дашь мне что-нибудь хотя бы? Там майку или что? Я тебе все принесу, конечно. Спасибо, Лиза. Лиза настоящий. Итак, товарищ. У нас было в потоке слов... Тихо, молчи. В потоке слов и суеты остались лишь надежды и мечты. Осталась ты и только ты среди бескрайней пустоты. Я к тебе бегу, я тебя ищу, я никогда тебя не отпущу. Больше музыки нет, и больше слов нет, и мы с тобою словно два крыла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Два крыла. Судьба с тобой так нечаянно свела. И пускай горят дотла ненужные мысли, пустые слова. Нас судьба с тобой свела, и мы как два крыла. Итак, круто. Второй куплет был сейчас, и после этого у нас будет бридж. Бридж у нас состоит из словесной части, где ты читаешь под музыку, да, Лёшенька? Да. А потом я пою. Хорошо. Я думаю, что стоит здесь сделать так. Да, как скажешь, ты мой учитель. И нам еще надо будет потом распределить, кто где поет. Согласен. Вот, да. Но сначала нам надо будет откуда-то взять минусовку. Я думаю, что нам тоже надо будет обратиться к высшим силам. И они нам помогут, надеюсь. Да.
да, надо бы там по... Да. О, я такого никогда не делал. Ты научишь меня? Конечно, да. Да, у нас же, ребята, не забывайте, у нас готическое шоу. Что такое готика? Готика? Да. Ну, в нашем случае это обращение к потусторонним силам. Светлым? Ну, а они разные. А ты кому обращаешься? Ну, ты или смотри, ты не скажешь. Смотри, какой у меня цвет волос, как ты, каким цветом. Я думаю, ты обращаешься к Светлым. Вот это поворот! Ну, мы, неважно, в общем, не снимаем, я так близко, что ли? Ладно. Это, наоборот, прикольно. Что это, не знаю, кому это прикольно, это какое-то извращение. А, блин, смотри, ну я же... Бридж! Да, давай. Поехали. Да. Как там было у нас? Как было? Ну, ты должна подключиться, чтобы... Я сейчас просто вспомню. Давай. Твои... Поехали. Давай. Твои прикосновения дороже нету мгновения, как ангела благословения ветра легкого дуновения. Твои... Молчи. Твои прикосновения дороже нету мгновения, как ангела благословения. Отбрось же напрочь сомнения. Повторим еще раз, Брит. Давай. Твои. Ты начинаешь. Твои. Давай, читай. Твои прикосновения. Нет, не пой. Да. Твои прикосновения дороже нету мгновения, как ангела благословение легкого дуновения. Мама, молчи, но я там дальше пою. Ну, твои прикосновения дороже нету мгновения, как ангела благословение отброшено. Горят дотла ненужные мысли, пустые слова. Нас судьба с тобой свела, и мы как два крыла. Ого, вот это да. Я думаю, что на этом нам стоит закончить сегодняшнее наше шоу. Да? Значит, мы прощаемся с вами, друзья. Дальше, значит, нас осталось, по сути, сегодня я подобрала аккорды, нас осталось, по сути, только минусовка, которую нам точно надо вот обратиться к высшим силам. Что нам для этого нужно сделать? Это сюрприз. Для меня или для всех нас? Для всех, даже для меня. Блин, вот это поворот. То есть ты снова обратишься к светлым высшим силам для того, чтобы они тебе помогли? Не только к светлым, что ты зацикливался на этих светлых. Ладно. Ну, как к любым. Да, ну, преподобный Дани Белов, конечно, он свежий в темноте. Поэтому, естественно, светлая. А, давай воссоздадим эффект нимфа. У нас есть такая специальная лампа. Да, нимба. Хочешь? Давай, пойдем. Давай. Мы пошли, мы меняем локацию. Давай, ты как-то встанешь туда? Замечательно. О, стой. Значит, возрадуемся, друзья. Возрадуемся преподобному Дане Милохину и его светлым действиям, которые помогли нам сочинить эту песню. Спасибо большое. Да. Вот так норм? Да, коленек, мы заканчиваем. Да. До свидания, друзья. Ребятки, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, нажимайте, отжимайте колокольчик, ставьте пальчики вверх, вниз, пишите комменты, лайкосики, вверх, делайте репосты. И мы скоро будем с вами, потому что Лиза готовит какой-то просто грандиозный сюрприз, о котором даже я не знаю, о котором даже не знает наш режиссер, сценарист, продюсер и куча еще там 666 рабочих, которые работают над этим шоу. Так что оставайтесь с нами. До свидания. Все, я пошла.